Начиная с 2008 года на поддержку малых форм хозяйствования Анапы было выделено 48 миллионов рублей. Больше 6 миллионов выплачено в этом году. Эти средства стали мощным толчком для развития тепличных хозяйств. За время действия программы поддержки аграриев площадь теплиц увеличилась в 9 раз. Как получить субсидию, сегодня рассказывали специалисты администрации города. Цель основная, когда человек хочет заниматься, имеет желание заниматься сельским хозяйством, развитием, это направление, прийти на такое мероприятие и получить консультации, начиная от того, как правильно оформить земельный участок, как его выделить, какие вообще есть направления поддержки сельского хозяйства, чем лучше заниматься, вот, где приобрести поголовье, какую можно будет субсидию за это получить или грант для того, чтобы приобрести и развить данное направление. И конечный результат, помощь в том, как реализовать ту продукцию, которую он на выходе получает. Программа импортозамещения действительно открывает для фермеров новые возможности. Главное – это рынок сбыта. Сегодня более 50% всей продукции местного производства. Но весь потенциал не раскрыт. Необходимо выходить на 100% уровень обеспечения наших предприятий, социальных учреждений, рынков и магазинов натурально-кубанской продукции. Ставка делается на создание максимально комфортных условий для занятий сельским хозяйством и переработкой. Работают две программы. Крупные. Программа работает с 2012 года. Деньги на них предусмотрены в бюджете и федеральном, и краевом будут предусматриваться еще на период до 2020 года. Так что у каждого есть деревни возможность поучаствовать. Сегодня селяне могли получить консультацию востребованных специалистов. Подробнее о формах поддержки аграриев и условиях получения субсидии вам могут рассказать в управлении сельского хозяйства по адресу Крымская, 99, кабинет 301.